В Мехико 3 человека погибли в результате стрельбы на свадебной церемонии. Трагедия случилась в деревне Кунга на западе страны. В разгар церемонии в зал ворвались вооруженные молодые люди и открыли огонь по одному из гостей. Стрельба велась беспорядочно, и кроме основной цели, злоумышленники расстреляли еще 2 человек. Очевидцы происшествия опознали в нападавших сыновей шефа местной полиции и попытались устроить самосуд. Помешали стражи порядка. Представители местных властей не исключают. Инцидент стал следствием войны между местными наркокартелями и результатом передела земель.